Всем привет, и мы продолжаем приключения Эй-Джея Охотника на зомби. И сегодня вот такой вот замечательный костюм гоблина просил одеть из наших подписчиков. Иду, друзья, навстречу. Кроме того, друзья, сегодня мы будем с вами, конечно же, передавать приветы, вот выполнять задания, вот делать мастерские ходы и, конечно же, одевать нашего Эй-Джея по отзывам и комментариям наших подписчиков. Итак, ой-ой-ой, оглушили Эй-Джея. Тем не менее, друзья, постараюсь догнать зомбиков. И да, друзья, удалось выбить детальку, и супер. Ну что же, пока все зомбики у нас пойманы, очень нужны, друзья, мастерские ходы, чтобы вот наш Эй-Джей достиг нового уровня и достиг нового звания. Ну что же, супер, мастерской ход завершен, и очко мастерства получено. Еще 25 очков, друзья, и мы получим звание смертоносный ловец. Ну что же, супер. Итак, возвращаемся в кафешку, друзья, и давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. А сегодняшнее задание у нас... Вот лови мелких зомби. Мелкие зомби самые шустрые. Поймай много мелких зомби. Ну что же, отлично, друзья. Запускаю пока миссию. Давайте-ка мы выполним вот эту миссию. И я запущу, друзья, вот зомби-выжималки, которые, возможно, пусть пока вырабатывают вкусняшки. И попробуем, друзья, сегодня еще улучшить какую-то зомби-машину. Если, конечно, хватит денег. Отлично, отлично. Итак, запускаю, вот просматриваю, где есть возможность, те зомби-выжималки я запускаю. И, конечно же, если будет возможность, улучшу. Это, кстати, тоже одна из постоянных просьб наших подписчиков. Иду навстречу, друзья, буду это проделывать. Итак, вот еще вот эту морскую, вот, из лагуны зомбиков запустили. Ну, по-моему, друзья, все зомби-выжималки, которые можно было, я активировал. Отлично. Ну, а сегодня, кроме того, друзья, чтобы одевать нашего Эй-Джея в разные костюмчики, попросили подписчики, вот трое подписчиков, чтобы я сегодня поймал всех боссов. Ну что же, ну, очень, кстати, много, вот, друзья, от наших подписчиков, вот, отзывов, комментариев, как надевать нашего Эй-Джея. Друзья, если не хочу удлинять видео, друзья, я сейчас буду походить по миссиям, где... Вот просили наши подписчики, если я не успею использовать все костюмчики, друзья, то сейчас оставлю на следующее видео. Просто очень много вот написали, сейчас посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть многовато, друзья, не хочу усиленно удлинять видео. Давайте-ка я сейчас повыполняю задание вот наших подписчиков, и задание поймать 3 мелких зомби, и тогда, только поймаю 3 мелких зомби, друзья, переключусь вот на выполнение задания по ловле зомби-боссов. А следующие вот рекомендации наших подписчиков мы оставим на следующее видео. Просто очень много, 10 это много, не хочу, друзья, сильно удлинять. Итак, посмотрим, что у нас получится. Давайте-ка я разведаю территорию. Посмотрю, где здесь провал, чтобы не упустить ни одного зомбика. А это очень важно. Никак это не удивительно, друзья, не оказалось провалов. То есть можно спокойненько ловить. На всякий случай я в конце установил ловушку Теслы. Если будут убегать, далеко не уйдут. Ну что же, замечательно. Итак, бросаем мозг, прячемся. И сюрприз, Эй-Джей. Отлично. Одного я поймал. А сейчас давайте-ка поймаю вот эту вредную тетеньку. Пусть она только откроется. И вот так. Замечательно. Ну вот, чудесно, друзья, удалось ее поймать. Итак, прячемся. И еще вот так. Вот так, да. Одну тетеньку поймал. А остальных, друзья, нужно ловить. Итак, открывайся. Ну вот, здорово срабатывает мою ловушка Теслы. Вот, очко мастерства получено. Ну что же, замечательно. Мастерской ход завершен. Отлично, друзья. И дальше мы идем, друзья, с вами в снежный мир. Буду, друзья, идти подряд, как вот отзывы и комментарии вот написали подписчики в нашем вот в под видео. Давайте-ка я продолжу охоту. И опять же, один из подписчиков попросил, чтобы я поварской колпак надел на пляж и на снег. То есть отправлюсь я опять же в поварском колпаке на снег. И попробую, друзья, пройти вот эту миссию. Опять же, постараюсь, друзья, не терять очки мастерства. Постараюсь пройти без проблем и без происшествий. Конечно, не знаю, удастся ли, но постараюсь. Отлично. Ну, давайте-ка я пока не буду разведывать территории. Постараюсь вот так как-то поймать. Ну, здесь вот обычный лепрекончик. Довольно-таки легко он ловится.
Ну, а вот этих нужно будет, конечно же, посмотреть, кто здесь попадется. И вот здесь попался вот такой вот бронированный мощный. Давайте-ка я его на всякий случай подморожу. Вот так, замечательно. И разведаю территорию. Ага, здесь уже лес. На всякий случай я установлю ловушку Теслы. И попробуем, друзья, справиться с гарпуном. Не удастся, тогда я буду либо морозной пушкой, либо вот ловушка Теслы сработает. И да, вот есть мелкий зомби. Ох, вредина, что делает. Смотрите-ка, что делает. А ну-ка, давайте-ка, друзья, я его попробую как-то вот так вот подморозил. Вот, и срабатывает. И ушел один, и ушел, друзья. И есть, есть, друзья. Чудом, чудом, как он... Не понял, друзья. Вот, ну, как-то вот так сработал. И тем не менее, друзья, очко мастерства, видите, я получил. Ну что же, приятно. Ага, вот это волк в зубах унес мозг. Поэтому сработали вот эти зомби возле домика, вылезли. Но тем не менее, друзья, удалось получить очко мастерства. Вот, по-моему, друзья, один мелкий зомби у нас пойман. Поэтому довольно-таки неплохо. Даже два мелких, а когда я успел два... Что-то я даже и не заметил, друзья, когда я успел двух мелких зомби поймать. Тем не менее, очень приятно. Итак, друзья, дальше я по списку буду смотреть. Вот просили дальше у меня надеть еще ковбойскую шляпу на пляж. Вот монстра на снег. Гоблина на болото мы уже прошли. Купальник на снег. Ковбойскую шляпу в Китай. Гоблина на пляж. Купальник Китай и маску волка. Так, давайте-ка я пока пойду подряд. После вот монстр на снег еще просил подписчик надеть. Давайте-ка я возьму вот эту забавную маску и попробуем, друзья, в маске монстра вот пройти вот эту снежную локацию. Ну что же, вперед, друзья, вперед. Давайте-ка попробуем, что из этого у нас получится. Итак, попробуем поймать здесь, опять же, этого мелкого монстра. А дальше, друзья, отправимся с вами вот в Китай. Отлично, бросаем мозг, прячемся. Ого, как они вот так здорово повыходили. Вот смотрите, что делает. Как бросает снежками. Ой-ой-ой, уходит, уходит. И да, друзья, и нужно догонять. И сразу же включаем морозную пушку. Друзья, надеюсь, что догоню их как-то. И вот так, есть морозная пушка. И второй заряд. И да, да, удалось, друзья, догнать их, уже и не надеялся. Ну что же, давайте-ка я установлю пока здесь ловушку Теслы. Вот, честно говоря, я был удивлен, что удалось их догнать. Довольно-таки здорово они оглушили Эйджея. Вот, тем не менее, вот давайте-ка собью вот эту вредную сову. Вот так, отлично. И еще, друзья, установлю и здесь ловушку Теслы. Попробую поймать вот этих зомбиков. Отлично, неплохо. Так, прячемся. И вот так, сюрприз Эйджей. Ну вот, и мелкого зомби поджаривает. Вот, отлично, отлично. И да, друзья, и условие сегодня уже выполнено. Вот, поймал я всех мелких зомби. Но вот, друзья, не нравится, что мы так, в принципе, здорово прошли. Даже в снег и в Китай и лагуну не зашли. Давайте-ка, наверное, все же я попробую как-то вот зайти. Вот эти две локации пройти. Вот, отлично. Ну и осталось, друзья, еще вот у нас два зомбика. Вот здесь давайте-ка их просто из морозной пушки вот так подморожу. Ну вот, супер. Очко мастерства получено. 98 очков. И давайте-ка, друзья, я попробую еще пройти вот две миссии наших подписчиков, чтобы уже пройти Китай и пройти лагуну. Итак, давайте-ка я продолжу охоту. А вот не обижайтесь, друзья, остальные ваши комментарии наших отзывов и подписчиков, как одевать Эйджея, я оставлю уже на следующее видео, чтобы просто не удлинять видео. Итак, смотрю, друзья, вот ковбойскую шляпу, друзья, просили наши подписчики надеть в Китай. Вот купальник Китай. Ну, по очереди, друзья, у меня первая идет ковбойская шляпа. Поэтому не обижайтесь, друзья, а я надену ковбойскую шляпу. Так, да, пусть будет. Либо вот два варианта вот попросили. Либо купальник, либо ковбойскую шляпу. Хотя купальник это тоже довольно-таки прикольно. Ну вот, здорово, друзья. Итак, одеваю ковбойскую шляпу, отправляюсь с нею в Китай. А купальник уже мы в следующем видео, друзья, с вами
оденем в Китай. Ну что же, замечательно, друзья, отправляюсь вперед на ловлю зомбиков и посмотрим, что у нас получится. Итак, вот есть одинокий зомби. Давайте-ка я спрячусь и посмотрим, кто же попадется. И вот грабитель. И вот так. Да, да, да. Вот удачный выстрел из гарпуна. И двоих удалось поймать. Ой-ой-ой, друзья, и уходит, уходит. Итак, где моя морозная пушка? Вот, удалось этого подморозить. И нужно, друзья, догонять. Вот, отлично. И еще вот так. Здорово, здорово. Удалось, друзья, все же нам справиться с этой задачей. И при том, друзья, удалось поймать. И, ой, вред, где на оглушили Эйджея. Так, давайте-ка я попробую как-то догнать. Ай-яй-яй-яй, друзья. Итак, где моя морозная пушка? Не будем, друзья, рисковать. И еще вот так. Вот, отлично. Вот, удалось, друзья, мне в них догнать и подморозить. Правда, пришлось использовать вот морозную пушку. Ну, ничего страшного. Итак, давайте-ка я попробую еще вот этих поймать гарпуном. Посмотрим, что из этого получится. И вот так. Ай-яй-яй, вредина. Ушел. Ну и давайте-ка вот этого забавного джентльмена. Ну вот, супер, друзья. Очередное очко мастерства получено. И давайте-ка, друзья, отправимся в лагуну. Вот, а за лагуну, кстати, друзья, никто и не писал с наших подписчиков. Вот снег, снег, пляж, пляж, болото, снег, Китай, пляж, Китай. Но вот, друзья, одна подписчица, по-моему, написала просто маску волка. Поэтому, друзья, я надену просто обычную маску волка в лагуну. То есть не просила какую-то особенно вот локацию выбирать. Поэтому, друзья, я выберу в лагуну маску акулы. Маску в смысле волка. Хорошо, друзья. Итак, отправляемся с вами в лагуну. Надеваю маску, вернее, это шлем волка. И отправляемся. И попробуем, друзья, поймать сегодня в лагуне всех зомбиков, чтобы опять сделать мастерской ход. Итак, здорово, друзья. 99 очков мастерского хода. Еще остается 20. И мы получим вот чудесное звание. Вот смертоносный ловец. Итак, я, друзья, пока разведаю территории, потому что здесь монстр, чтобы не слопать наших зомбиков. Вот видите, вот он, вредина. Отлично. Я на всякий случай установил, потому что здесь иначе нельзя. Потому что они очень здорово вот под водою удирают, и непросто их поймать. А, кстати, один из методов, чтобы догнать, нужно вынырнуть на поверхность, и тогда... Ой-ой-ой, что, смотрите, что делается. И вот, вот здорово срабатывает ловушка Теслы. Ну что же, тогда давайте-ка я вот этого одиночку вот из морозной пушки поймаю. Вот русалочку. И уже не буду особенно ее догонять. Отлично. Отправляемся, друзья, дальше. Еще есть 4 зомбика у нас. Вот они. И где-то еще один должен быть. Ага, вот он. Ну, ничего страшного. Давайте-ка я попробую их. Попробую вот из гарпуна как-то поймать. И вот так их не достаю. И сейчас, да, вот удалось двоих догнать. Ай-яй-яй, друзья. И где же моя морозная пушка? Вот, не буду я, друзья, давать шанса нашей русалочке удрать. Вот просто из морозной пушки ее вот так поймал. Итак, и здесь у нас вот такой вот красный... Красная звездочка очень похожа на друга Патрика вот из мультика «Губка Боб». Ну что же, замечательно, друзья, 100 очков мастерства получено, отлично, возвращаюсь в кафешку. Друзья, запускаю, какие можно, на какие хватит ресурса зомби-машинки. И, конечно же, друзья, давайте-ка посмотрим, какую же награду нам дадут за миссию дня. Итак, вращаем игровой автомат. И нам очень нужны, друзья, золотые, вернее, ржавые болты. И опять, друзья, неудача. Вот болты, шестеренки, гайки. Вернее, болтов нет, только гайки и шестеренки. Вот не смогу, друзья. Нужно нам ржавые болты, чтобы улучшать множество зомби-машин. Вот, без них не сможем улучшать. Итак, давайте-ка я пока запущу зомби-машину, которая возможна. Хотел, друзья, показать, что сейчас на каждую зомби-машину для улучшения нужны, видите, ржавые болты. Ну, как-то вот так пока, друзья. Итак, давайте-ка я пока запускаю зомби-выжималки, которые какие только возможно. Вот, давайте-ка просматривай. Вот здесь мы можем запустить вот так, здорово.
И здесь можем запустить неплохо. Запускаем, запускаем. Вот так. Пусть вырабатываются вкусняшки. Вот это уже 243 тысячи у нас пойдет неплохо. Вот, отлично, отлично, отлично. Ну вот, замечательно, друзья. Вот так здорово активируем все зомби-машины, которые возможно. И пусть вырабатывают, и пусть бизнес Эджея идет вверх. Ну вот, здорово, здорово. И еще, еще. Давайте-ка я посмотрю, что мы можем запустить. И пока все, друзья. Ну что же, замечательно. А сейчас давайте-ка я отправлюсь на ловлю боссов. Зомби-боссов. И первый зомби-босс это у нас зомби-босс из болота. Бабушка на свинке. Давайте-ка я попробую ее, друзья, поймать. И посмотрим, что из этого получится. А зачем я вот купил для гарпуны, непонятно. Ну, как-то вот так. Итак, вперед, друзья, давайте-ка я посмотрю, как удастся нам поймать этого забавного зомби-босса. Главное сразу же угол атаки подобрать. Тогда без проблем мы ее поймаем. Итак, друзья, выжимаем. Итак. И вот, да, первый выстрел удачный. Второй отлично. Вот, третий промазал. Вот, давайте-ка. Нужно. И вот, третий отдачно. И вот, бедная свинка, прости, прости, свинка. Вот, немножко над головой. И вот так. Ой-ой-ой, опять бедный в свинку попал. И нужно... И вот, да, 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 да. Ну вот, здорово, друзья. Хорошенько прицелился и удалось поймать первого зомби-босса, бабушку на свинке, без проблем. Ну что же, замечательно, друзья. Возвращаемся в кафешку и сразу же переработаем этого зомби-босса. Причем давайте-ка переработаем ее, по-моему, на рыбку. Очень там хороший курс. 20 тысяч. Вот, да. Вот, здорово. Отлично. А мы отправляемся, друзья, за зомби-боссом из пляжа. Вот попробуем, друзья, его поймать. И посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, друзья. Попробуем поймать. Есть две уязвимые точки. Это голова и ниже спины. То есть нужно будет либо туда подбирать комбинацию оружия. И да, вот попал. Попал и вот в голову не удается. И вот опять ниже спины удалось. Ай-яй-яй, не тот угол атаки. И вот да. И еще, еще один, не слишком низко, вот слишком высоко, и опять низко, и так, друзья, нужно, ой-ой-ой, чуть-чуть, друзья, и еще вот как-то, вот, да, ну вот, удалось опять же попасть ниже спины, удалось, друзья, его поймать. Ну что же, здорово, замечательно, неплохо, отлично, довольно-таки хорошо справились и с этим зомби-боссом. Отлично, и давайте-ка я его переработаю на тоже на какую-то вкусняшку. По-моему, больше кокосового сока, друзья, нету. Давайте-ка мы его на этот напиток перерабатываем. И это тоже будет очень неплохая сумма. А мы с вами перейдем, друзья, на ловлю следующего зомби-босса. И это зомби-босс снежный. Вот давайте-ка я попробую его поймать, тоже без проблем. Тут главное, друзья... Вот когда он в шаре, он неуязвим. То есть нужно подбирать момент. И еще вот, друзья, очень прикольно, когда попадает горбун, делаются очень большие глаза. Отлично, друзья. Итак, ой-ой-ой, зацепился за сугроб. Итак, друзья, нужно... Вот, да, первый раз есть, неплохо. Итак, друзья, давайте-ка второй раз. Итак, вот, второй есть, неплохо. Ой-ой-ой, нужно, друзья, быстрее... Быстрее прицеливаться. И третий раз есть. Здорово. Очень недалеко осталось до выхода. И да, поймал, друзья, поймал. Вот прицелился и поймал третьего зомби-босса. Тоже довольно-таки без проблем. Но немножко, друзья, я затянул. Немножко затянул. Не стоит так делать. Стараться с первых же секунд вот поймать его на прицел. Ну что же, замечательно. Итак, давайте-ка его тоже переработаем. Так, что нам предлагают? 6,5. Что-то маловато. Хотелось бы побольше. Неужели большего предложения нет? Нету. Как это не видно? Неудивительно, друзья. Больше 6,5 тысяч нам за него не предлагают, чтобы переработать. Вот меньше есть, больше нет. Ну что же, перерабатываем вот эти сахарные палочки. Отлично, друзья, и отправляемся за китайским зомби-боссом.
Постараюсь я, друзья, вот его тоже вот с первой же атаки поймать, но не факт, что получится. Опять же, очень-очень активный зомби-босс. Бывает подвисает, бывает ускоряется. То есть трудно бывает угадать, как в него попадет гарпун. Вот так, вот так. И вот, отлично, первый раз прошел, второй раз прошел, третий высоко. И вот третий проходит. Ну вот так, друзья, шутя, шутя, вот даже ну, до половины он добежал, и мы его поймали. Ну что же, очень-очень удачно сегодня удалось поймать этого китайского зомби-босса. Ну что же, просто чудесно, друзья. Отлично, и давайте-ка мы с вами отправимся дальше. Вот к зомби-боссу Лагуны. Но сначала переработаем этого зомби-босса в вкусняшки. И что могут предложить? Сыр за 5000. Ага, да, вот, друзья, шашлыки за 22 500. Супер. Отлично, ну и остался, ну, у нас только последний зомби-босс из лагуны. Это морской зомби-босс. Давайте-ка, друзья, я его и попробую поймать. Здесь, друзья, есть нюанс. Нужно бить возле, близко от поверхности воды. Если глубже, то есть гарпун просто вязнет и не достает. Ну, тем не менее, друзья, пробуем наносить удар. И да, первый удар отлично. А вот второй, видите, не проходит. Вот второй прошел, прошел, прошел. И, ай-яй-яй, не удалось, не удалось. Итак, пусть немножко выплывет. Да, вот, и еще один удар. И да, 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 вот так, друзья, здорово. Сегодня нам удалось поймать всех зомби-боссов с первой попытки. Не удалось вот удлинять видео. Ну что же, супер. Супер, супер, замечательно, друзья. На этой чудесной ноте, друзья, я и буду заканчивать видео. Конечно, вначале давайте-ка переработаем этого зомби-босса на вкусняшки. И вот, конечно же, я возьму более дорогую вот переработку за 9000. Вот пусть здесь он перерабатывается. Ну, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в комментариях, в каком костюме вы хотите увидеть Эджея в следующем видео. И у меня есть здесь, друзья, в наличии ковбойская шляпа, охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд, купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты и сосиска на палке. Ну, как-то вот так, друзья. Итак, на этом всем прощаюсь, всем пока-пока, а чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!